Добрый день, на канале Афроманго Мукбанго. Обед. Ну, у меня сегодня мой любимый салат. Огурцы, помидоры. Это сметана, майонез. Вот. Колбаски здесь порезал. Немного. Чеснок, лук, болгарский перец. Чеснок, лук, болгарский перец еще, да. Не забыл. Вот. Ну что ж, приступаем к еде. Приятного аппетита всем, кто ест, кто обедает, вернее. Ну что ж, я еще забыл. Посолить забыл, да? Сейчас посолю. Размешаю, посолю. Надо размешать сначала, потом посолить. Не обязательно размешивать. Как не обязательно? Посолить, потом размешивать. Конечно. Да? Конечно. А. Все, посолил. Так, ну что ж, какие новости? Так, что у нас? Так, ладно. Так, новостей вроде интересных никаких нету. Так. Так. Буду, значит, читать интересные, веселые истории из жизни людей. Так. Раз ничего интересного у новостях нету, значит, будем читать другое. И кушать салат. Давно я салат уже не ел. Сколько мы не ели салат? Год. Год, наверное, да? Примерно. Все зависит от того, как ты покупаешь это все. Два года. Поехал сегодня на работу. Сел в троллейбус. По карманам хлоп. Кошелек забыл дома. Подходит кондуктор. Я ей говорю: тетенька, может, я до школы доеду? У нас остановка называется школа 96. Она на меня посмотрела, говорит: можно, мальчик? Мой хороший знакомый пришел
А, решил приколоться и отправил в один серьезный журнал, весьма серьезную рубрику «Полезный совет». Не выбрасывайте гирю, которая вам больше не нужна. Наперите ее кружочками, у вас будут прекрасные подставки для горячих кастрюль. Что думаете? Что вы думаете? Опубликовали? Значит, пилите скоро, пилите. Одного знакомого физика попросили помочь 15-летней девочке решить подготовительные задачки по физике для поступления в физико-математическую школу. И там была такая задачка. Поезд едет со скоростью, в него попадает пуля и пробивает обе стенки вагона. Одно отверстие смещено относительно другого на 3 сантиметра. Ширина вагона 2,7 метра. Какова скорость пули? Он решил задачку. Получилось 900 метров в секунду. Снеду подписал. Винтовка М16, патрон Ремингтон 0,223 тысячных. Расстояние выстрела 50 метров. Калибр пули 5,56 на 45. Масса пули 3,6 грамма. История произошла в аэропорте Хургада, Египет. За 5 минут до посадки кишечник сильнейший о себе заявил. Делать нечего, бегу через все залы в туалет. И вот она, заветная кабинка, все прошло хорошо. И тут ужас, бумаги-то нет. Я ощутил себя на чужбине в трудной ситуации. Без бумаги, как без паспорта. По громкой связи уже фамилию называют. А я как заложник воспитания сижу без трусов. Идея о спасении пришла ко мне, как благоговение небес. Кричу по-русски на весь туалет. Мужики, дайте бумагу, а то это меня по связи ищут. Вот аж 3 рулона подали со всех сторон. А один товарищ сказал сакраментальную фразу. Держи, братан, мы своих на чужбине не бросаем. Да. Скажи.
колбаской. Да. Ночую у приятеля. У него окна выходят на оживленное шоссе. Привыкнув дома к тишине, начинает бурчать. Но вот уснуть невозможно. Ты бы себе хоть стеклопакеты поставил. Машины, понимаешь, ездит. Это не машина, отвечает приятель. Это море шумит. Представь, пляж, море. Лазурные волны набегают на берег. И пенясь откатываются назад. Набегают. Откатываются. Их ровный шум убаюкивает, навевает сны. Ласковый ветер освежает нагретую солнцем кожу. Волны шумят. Я верю, я почти засыпаю. И тут шум моря, в кавычках, прерывает громкий треск. Мотоцикл без глушителя. Невозмутимый голос приятеля. Легкий моторный катер пронесся по глади залива. Сегодня иду по коридору к своему офису и слышу за углом какую-то возню около грузового лифта. Твою ж мать, не пролазит, да? Пни ногой, войдет. Заглядываю за угол, вижу двух грузчиков в фирменной форме. На спинах написано ООО «Бережный переезд». Да.
попадаются. Вкусненько. Да? Я не слышала. Я приболела. Отправляю мужа в магазин и аптеку. Диктую ему список. Подробно комментирую каждый пункт, чтобы он не перепутал ничего. Хлеба 2 батона в таком-то магазине. У них всегда свежий. Так, муж записывает. Так, хлеба. Колбасы. Вот только такой. Название. Муж записывает. Колбасы. В аптеке спрей. У меня в горле першит. Муж записывая. Спрей от перхоти в горле.
Я тут недавно приехал на заправку в соседней колонке. Девятка подъехала. Ее водитель передо мной в кассу стоит. Говорит кассиру. 92-й во вторую 4300. Кассир через стойку перегнулся, посмотрел недоверчиво. Так на вторую колонку спрашивает. Все войдет, водила такой. Да, все. Ну, я тоже думаю, ну, мало ли, во второй бак стоит. Даже на дальняк человек едет. Поглуши или еще чего. Хотя девятка, что-то она там жрет-то, чтобы такой бак ставить. Ну, мало ли уж. В общем, кассир... В общем, кассир... Это около 150 литров водила. Не, мне 4 литра 300 грамм. Читаем. А, ты читаешь?
какой чеснок-то. Жгучий чеснок.
Я не закрываю, просто пробку поставлю. Очень горький чеснок. Он должен быть таким. Да? Да. Там еще чеснок, есть чеснок, вот чеснок. Надо еще колбаски. Хлеба, да, мимо? Чебушка. Спасибо.
Ну вот. Покушал салатик. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы под видео. Вам не трудно, а мне приятно. Здоровья, счастья, удачи и всего самого хорошего. А я продолжаю есть колбасу за кадром. Заходи, если что.